Да, да, вон с краю. Видишь, из края идет? Проблема в гражданах, которые зашивают наши газовые трубы полностью. Вот. То есть так нельзя делать. Нарушение безопасности, прямое нарушение безопасности. Полная безопасность. Эксплуатация бытового газового трубопровода. Да. Ну, периодически приходили, проверяли, как бы нареканий не было. Ну, не было такого, чтобы... Вообще не было, что первый раз вижу, чтобы напряжение шло по батарее. Ну из-за чего, в принципе, произошел взрыв? Еще вообще не понимаю. Вообще, почему так плохо отреагировали? С 9 утра был фиксированный сигнал от соседей по поводу запаха газа. Нам сообщили только в 5 вечера. В 5 вечера жена подъехала. Если бы сообщили в 11 часов, подъехали бы в 11. Мы на телефонах, на связи. Соседи телефоны все знают. Почему нам этого не сообщили?